19 апреля на базе Академии социального управления прошел очный тур регионального этапа регионального конкурса предпринимательских проектов школьников. Конкурс проводился в три этапа – школьный, муниципальный и региональный. На конкурс представили проекты 186 участников из 42 муниципалитетов. Из них для очного этапа конкурса были отобраны 23 самых лучших проекта, в том числе и проект электрогорца. Какой проект представил именно ты? Я представил индивидуальный проект в сфере оказания услуг. И почему идея именно массажного салона? Почему именно не ресторан, не спортивный зал, а именно массажный салон? Мне показалось, что в нашем городе будет весьма интересно открыть столь такой специфический массажный салон, потому что такие рестораны или же другие заведения у нас присутствуют в городе, а именно такой салон будет очень актуален среди жителей нашего города. А можешь поподробнее рассказать про свой проект? Но цель данного проекта заключалась в том, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями найти себе работу. И цель моего салона была привлечь таких людей, помочь им трудоустроиться и чтобы они могли стать полноценными членами общества. Как проходила презентация проекта? Онлайн или он выезжал куда-то? Защита была онлайн в Москве в здании института ОСОУ. И я бы сказала, вот если меня сейчас смотрят студенты, это было очень похоже на защиту диплома. То есть у нас в 10 классе Егор защитил диплом, дипломную работу по бизнес-проекту. А какие сложности были или не столкнулись с какими-то препятствиями и все прошло в подготовке гладко? Конечно, были сложности. Сложности в оформлении, сложности в подготовке к выступлению, потому что это новое. Умения, новые знания для ребенка. Сами не знали, чего ожидать от данного конкурса. Защиты работ состоялись в присутствии жюри, в состав которого вошли эксперты ОСОУ, представители бизнеса, учителя подмосковных школ.